доволен, во-первых, ребятами, что выдержали после вчерашних тренировок, позавчерашних. Понятно, что поле тяжелое, ноги еще свежести в ногах нет, но это мы предполагали, что так будет. Ну а так, по игре очень хорошие моменты, позитивные такие. Ну, не хватало где-то в первом тайме концовки, последней передачи. Вот. Ну а так, это футбол, один удар и гол. Оптимальный? Ну, а кто сказал, что оптимальный? Тут нет состава сейчас на данный момент оптимального. Там, сейчас у нас есть кто в обойме, они все могут в любой момент в основе выйти в следующих играх. Так бы я категорически не говорил, что в первом тайме именно оптимальный состав. Нет. Мы сейчас всех пробуем, у нас на разных позициях Имбай. Сегодня хотели даже на третьей позиции еще попробовать Имбай. Поэтому пока есть время, надо все пробовать. Я думаю, у всех ребят были эмоции. И я думаю, что и по игре это было видно, и по результату. Просто так случилось, что соперник пробил один раз по воротам в начале игры. И мы пропустили. Но это бывает. Есть над чем работать. Будем работать. Будем исправлять ошибки, а что получается, будем улучшать.